Сегодня новгородские школьники соревновались в знании русского языка. Это участники регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады. Русский язык традиционно один из самых популярных предметов. Вот и в этом году участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли 77 новгородских школьников. Интерес не гаснет, несмотря даже на то, что решить задание олимпиады порой сложнее, чем сдать единый госэкзамен, ведь вопросы выходят за рамки школьной программы. Это не задание по современному русскому языку, это задание по истории русского языка, по этимологии. Да, это тоже такая интересная тема, очень сложная, да, но дети готовятся к ней, да, сейчас есть интернет-ресурсы. Победителей регионального этапа ждет этап заключительный, всероссийский. Победа в нем достанется нелегко, но оно того стоит. Победителям и призерам добавят баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на непрофильную специальность. Если же факультет профильный, то вступительный экзамен по русскому языку сдавать и вовсе не придется.